Администрация Сергиево-Посадского городского округа сообщает, в праздник Крещения Господня с 18 на 19 января к местам купания организуют дополнительные рейсы автобусов. Так, 28-й автобус Сергиев-Посад-Жилгородок отправится от автовокзала до Гремячего Ключа в 10 часов вечера. И в час ночи на нем же можно уехать обратно. В 12 часов ночи от остановки Рынок в Пересвете до автовокзала отправится 23-й автобус. И к половине второго ночи он вернется обратно от автовокзала к Рынку. В рамках действующего расписания с 9 часов вечера 23-й автобус будет уходить от автовокзала каждые 15-20 минут. График смотрите на экране. И от Рынка в Пересвете каждые 10-15 минут. График также смотрите на экране. Будут ходить дополнительные рейсы 43-го маршрута Морозово-Радонеж. В 11 часов ночи от станции Хотьково и в половину второго ночи от Радонежа до станции Хотьково. Кроме того, 28-й автобус будет дополнительно возить до Гремячего Ключа от автовокзала и обратно с 18 по 22 января включительно. График указан на экране. Подробное расписание дополнительных рейсов в крещенские праздники смотрите на страницах в соцсетях, телеграм-каналах и сайтах телеканала ТВР-24 и газеты «Вперед».